Привет, адское краснодарское солнце. И удивительный момент, что у меня здесь рабочая встреча сегодня. Потому что у меня будет коллаборация с одним брендом, офис которого, оказывается, есть в Краснодаре. И я договорился зайти к ним, чтобы подписать документ. Для Питера я путешествую уже, считаю, третью неделю, и в Краснодаре самый ответственный подход. Здесь дезинфицируют ручки при подписании документов. Смотрите, висят вот такие салфетки, чтобы нажимать кнопку в лифте. И антисептики тоже дают, маски дают. И это был первый отель, где у меня измерили температуру, поэтому тут прям все супер-супер стерильно. Селился в Ibis-отель, его все практически советовали по цене-качеству. На него сейчас висит на букинге скидка 40%. Номер в сутки получается 2500, и это самый-самый центр города. Так, ребята, делюсь позитивным опытом с Аэрофлотом. Не зря я в приоритет ставлю эту авиакомпанию, летаю чаще всего ей, имею там высокий уровень лояльности. Короче, я вам рассказывал о том, что у меня на 1 сентября был куплен билет в Лос-Анджелес, и то, что я планировал путешествие в Штаты, так как сегодня я прочитал о том, что у нас официальное перемещение до 1 августа уже закрыто, я думаю, что до сентября это все-таки тоже продлят, а поездка сложная, дорогая, ее нужно планировать, и я не могу как бы так спонтанно просто взять и улететь, решил все это дело переносить. И начал звонить, в общем-то, в Аэрофлот сейчас, чтобы решить вопрос, что можно вообще сделать, как можно обменять билет. Сдавать я его не хотел, потому что поездку я все равно хочу сделать. И, о чудо, несмотря на то, что рейсы отменены только до августа, можно перенести было рейс 2 раза бесплатно. В общем, я перенес свой вылет на 1 декабря. И если, не дай бог, до этого времени как-то ситуация не изменится, либо я передумаю, я смогу перенести еще на полгода свой рейс, то есть смогу улететь весной. Хотя у меня сегодня закралась такая очень коварная мыслишка о том, что можно будет улететь 1 декабря в Лос-Анджелес, а Новый год я планирую отметить на Бали, улететь потом сразу из Штатов на Бали. Ну, короче, не буду загадывать, но билеты получилось очень круто обменять, без единой вообще доплаты. Время заняло это буквально там 5 минут на линии. Так что Аэрофлот красавчики. И путешествие, к сожалению, переносится, но без потерь. Сделал лайфхаки без смс-регистрации. Знали, что можно таким образом погладить рубашку? Вешаете ее в душевую кабину, включаете кипяток, идет пар, она висит так полчасика и становится гладенькой. На улице плюс 39 лайфхаки без смс-регистрации. Знали, что можно таким образом погладить рубашку? Вешаете ее в душевую кабину, включаете кипяток, идет пар, она висит так полчасика и становится гладенькой. На улице плюс 39 градусов, но я не могу продолжать сидеть дома. Время почти 5 вечера, прохладнее не становится. Такой жары даже у меня не было ни в арабских странах, ни в Азии. Я просто в шоке, но решил делать небольшие уже вылазки и смотреть город. Иду к Мавританскому дому, который я совсем недавно выкладывал в сторис, о котором вам рассказывал. Хочу его поснимать и посмотреть. Всем спасибо, кто посоветовали. Огромное количество мест, которые нужно посетить и посмотреть. Конечно же, лидирует Краснодарский парк. Я о нем и так, в принципе, слышал. Отправлюсь обязательно туда вечером, сегодня на закате. Надеюсь, что я здесь не сгорю. В общем, вот он, тот самый дом. Самое прикольное то, что он жилой. Я не представляю, как бедные местные жители здесь живут. Потому что постоянно через забор его все фотографируют. Но это безумно красивое здание. В общем, вот.
Ребята, я надеюсь, вы не устали от моего сторис-спама, но я приехал показывать вам и смотреть сам главную современную достопримечательность Краснодара. Это Галицкий парк, парк Краснодара, который входит в топ-3 парков в России, которые у нас есть. Это самый крутой парк, который находится за пределами наших двух столиц, помимо Зарядья и Новой Голландии в Санкт-Петербурге. Парк стоит 4,2 миллиарда рублей, был построен полностью за средства частного инвестора Сергея Галицкого, который основатель сети «Магнит», совладелец и, собственно, владелец футбольного клуба «Краснодар». Короче, кому интересно, я подробнее могу потом представить в постели, вы можете почитать в интернете. Парк действительно очень-очень крутой, и кому интересно, погнали его смотреть вместе со мной. Короче, гуляя здесь, возникает только один вопрос. Почему топ-3, а не топ-1? Это лучший парк, который я видел в России. Здесь офигенно круто. И мне кажется, приехать в Краснодар можно только даже ради него. Не знаю, мне кажется, даже это один из лучших парков, который я видел в мире, в принципе. В общем, не знаю, как остановить этот видеоспам, но резко захотелось пойти посидеть вот в этот ресторан. Сейчас будем пытаться найти место. Всем привет! Я сегодня первый раз еду на самокате на рынок. Я надеюсь, там будет земляника, потому что Вовина мама уже насобирала очень много земляники, а так как у нас тут негде собирать эту землянику, я надеюсь, я ее сейчас застану на рынке. Короче, я уже почти доехала на самокате, это так круто! Но проблема в том, что из корзины, когда там какие-то скачки, можешь что-то выпрыгнуть, поэтому очень много я набрать все равно не смогу. Но доехала я сюда за 5 минут, а пешком я сюда иду минут 15, представляете? Вообще, я думала сегодня провести такой, знаете, легкий день, заказать себе еды где-то, когда буду ехать домой, заберу там еду и посижу в парке. Я не знаю, что я там буду делать. Может, пост какой-то классный напишу, что у меня очень много фотографий, а вот так просто выставлять мне их не хочется. Мне нравится писать какой-то пост и общаться с вами в комментариях. Я знаю, как вы любите смотреть цены у нас в Москве. Ну, вот черешенька подорожала, 380. Подешевела, то есть 380 за килограмм есть. Желтая. Я желтую в детстве очень люблю. А сейчас, если честно, не очень понимаю ее вкус. Малинка у нас по 250. Лоточек. Кстати, я нашла землянику. Сейчас я вам покажу. Все, я еду уже в парк. Сейчас заказала еды в ресторане. Ну, чтобы пока я доехала, уже все приготовили. И я не стояла в этих лютых очередях. Или не ждала там, а просто забрала все сразу. Ребят, офигеть, посмотрите, я вот сейчас же заказала еду самовывозом в Delivery Club, получила скидку 50%. Не стояла в очереди, не ждала, пока мне ее приготовят, просто ввела вот этот промокод, на сайте посмотрела рестораны, которые работают самовывозом, ввела его и просто сейчас офигеваю, вот круто. Можете свайпнуть, посмотреть, какие рестораны есть возле вас, чтобы тоже заказать еду с 50% скидкой. Я пригласила мужа в парк, поэтому я сейчас есть не буду, подожду его, и мы будем вместе кушать. А вам покажу, что я купила на рынке. В общем, я купила огурчики, совсем чуть-чуть, хочу их засолить. Там вот женщина стояла, у нее было так много огурцов, и я подумала, черт, уже пора солить огурцы. Ну, вот такие слабосоленые сделала, взяла для них всякие ароматные штучки. Лист хрена, укроп, который цветет,
И самое главное, ради чего я туда поехала, вот такие вот баночки. Обалденные земляники лесной, как она пахнет! Вот через пакет, через пластмассу, я слышу ее запах. Стоила 450 рублей. Дороговато, совсем маленькая баночка. 500 миллилитров, да, мне кажется. Еще купила черешню. Это, собственно говоря, обалденный земляники. Я проработаю самого. Я пригласила мужа. 500 миллилитров. Посмотри. Вот 500 миллилитров. Вот правда, она такая кислая. И 500 миллилитров, да, мне кажется. Еще купила черешню. Это, собственно говоря, все, что поместилось. Вкусная. Знаете, есть такая черешня, которая напоминает вишню. Вот правда, она такая кислая и вишневая, прям вкус вишни. Я такую не очень люблю. Я всегда выбираю черешню, которая вот с таким мягким каким-то привкусом. Вот это похоже на черешню, но вишня. Посмотрите. Вова не согласился есть на моей локации и сказал, что нужно приехать вот сюда. И сейчас мы будем кушать рыбку. И салатик. Ням-ням. Из всех белых рыб мне больше всего нравится дорадо. Просто такая вкусная сладкая рыба. Из дорадо все вкусное. И карпаччо, и тартары, и жареное, и пареное. Ну, обалдеть можно, и супы. Ну что, у кого какие предложения? Что же сделать с этой красавицей лесной? Честно, ну не хочется вообще портить. Хочется вот что-то стоящее приготовить. Пишите мне, обязательно приготовлю. У меня есть, конечно, один такой вариантик, что я могу сделать, но это сложненько. Поэтому я это завтра сделаю. А сегодня что с этим делать? Сейчас я быстро покажу, как солить огурчики и еду за купальниками. Наконец-то, потому что, ну, сколько я уже неделю собираюсь за ними поехать. Просто ужас. Смотрите, что нам нужно? Нам нужен литр воды. Тут самая главная пропорция, это на литр воды у меня всегда идет 50 грамм соли. Все, вода у меня обычная, просто вот из бутылки самая обычная вода. 50 грамм соли. Теперь растворяю всю эту соль. У меня есть цветущий укропчик, который супер-супер сильно пахнет. Я беру лавровый листочек. Или лавровый, как правильно, ребят. Молоденький чеснок. Разрезаю кладу. Хрен, листик хрена. А вот теперь забрасываюсь на наши огурчики. Сверху добавляю снова укропчик и хрен. Все это вот так вот накрываю тарелочкой, да, чтобы такой небольшой пресс образовался. Через полтора дня вот это будет такая вкуснятина. Я вам покажу. И как все просто, как все быстро. Но это очень вкусно. Оставляю при комнатной температуре. Ничего такого особенного. Девчонки, спасибо большое за такой огромный интерес к вещам, которые я покупаю. Ношу к рынку, где я покупаю землянику. И вот этот вот кулочек разорвал весь Инстаграм. Конечно, я бы ответила каждой, но я не могу, поэтому оставлю вот здесь ссылочку на магазин. И, конечно же, как же без подарка? Кто скажет, что от Кати, тот получит в подарок гвоздики на ушки. Вот. Поэтому всем рекомендую. Ношу его с большим кайфом. Это серебро. И вот такие вот сережечки я тоже там заказала. Мне они очень нравятся. И как-то, не знаю, такая веселая сразу с ними. Поэтому всем советую. Собиралась убирать. Вот видите, какая у меня пыль везде. Окна открыты, машины ездят, и везде пыльно. Ну, нашла свою шкатулку, точнее, достала и решила надеть сережки, кольцо и пойти поесть фрукты. Вот и вся уборка. Пойти поесть. Да, если честно, соседа с дрелью или который музыку включает громко, до сих пор хочу убить. Ссылочку на магазин. И, конечно же, как же без подарка? Кто скажет, что от Кати, тот получит в подарок гвоздики на ушки. Вот. Поэтому всем рекомендую. Ношу его с большим кайфом. Это серебро.
Вот эта милейшая капля на леске уезжает к своей новой хозяйке. И вот такие гвоздики по промокоду в подарок. Я пришла в европейский, сейчас буду брать купальник, но вот зашла в магазин, тут такие вон яркие рюкзаки какие-то, красивые. Но на самом деле, из-за того, что я гоняю постоянно на самокате, мне нужна сумочка только на пояс. Все остальное очень-очень неудобно на самокате. Сейчас вам буду купальник показывать, но если не то красивое. Я сейчас в Victoria's Secret, и вон мой брат сидит, ждет меня. Сначала он ходил, смотрел все эти трусья женские, а потом все сказал: Кать, можно я сяду поработать? И вот там сидит вот так. Мой брат. Я в примерочной, здесь я самый лучший свет. Это вещь, которую я выбрала, и сейчас я им начну мерить. И да, я нашла купальник с шортиками, yes. Здесь сейчас будет очень откровенно, даже не знаю, как показать свою фигуру. В общем, первый купальник. Тихо-тихо, я стесняюсь, не смеяться. Ну что скажете? По-моему, мне этот цвет ужасно не идет, он какой-то безликий, или это нужно... Скажите, пожалуйста, почему на манекене это смотрелось так красиво, а на мне так некрасиво? О, боже мой, что же за зеркало? Что такое? Пока есть первые красивые леггинсы, которые мне понравились. Посмотрите, какие они. Но мне не нравится, что они как будто под цвет кожи. Хотя я раньше думала, что это красиво, но я не знаю. Это, кстати, купальник. Я наверх ничего не села. Ой-ой-ой. Блин, они мне нравятся. Самое главное, что они удобные. И знаете, они сделаны из такой ткани, вот как будто хлопок, а не как будто, знаете, как резина. А у меня еще противно. Вот этот купальник мне куда... Ой, ёлки-палки, я неправильно на... Смотрите. Самое главное, что они удобные. И знаете, купальничек мне получше, мне кажется, да, чем тот. Потому что тот, он очень безликий был. А этот хоть как-то нормально. Но мне не нравится то, что на меня все велико. И мне здесь нравится, что они не прилепили искусственные сиськи. Потому что на том был поролон, и мне некомфортно с ним. А вот так мне даже нравится. Мне нравятся шортики, это же такой кайф. Капец, они мне очень нравились, ну что это такое? И меньше размера нет, ну хотя бы вот так, ну это как понимается? Вроде бы красивый, материал жутко приятный, но вот это что? Вот это что? Это без трусов, что ли, получается, носить надо? Он такой тонкий, вот как бы... Я такая некрасивая, боже, что происходит в этой примерочной? Я все думаю, как стать перед зеркалом, чтобы этот купальник смотрелся нормально. В общем, трусы идеально подошли, но опять же, какой-то цвет совершенно неприятный. Опять накладные сиськи, но мне с ними даже нравится. Так, не было одинаково, а для кого тогда все это? Да. Не было одинаково, нету. Наверное, просто не мой день. Все было... велико, либо мало, либо оно как-то прозрачное, что ли. Не знаю, все перетягивало, что-то получается, не буду купальник. Но черт, это так круто смотрелось на манекенах. Ну бывает такое, да? Че ехала, еще и дождь. Сказать, что я расстроена, но точно ничего не сказать. Такие вещи красивые. Я так обрадовалась, особенно вот этим вот шортом полосатым, как радуга. Я их так хотела, но они вообще сидят ужасно. Сейчас посмотрим, что там Юрка делает. Я так обрадовалась, особенно вот этим вот шортом полосатым, как радуга. Я их так хотела, но они вообще сидят ужасно. Сейчас посмотрим, что там Юрка делает. Уже лежит. Лежит уже мой кабанчик. Юрасик, ну что, не устал? Нет. Ну пойдем, ничего мне не подошло, кобыле. А может, сегодня реально не мой день? Но вот я так-то шорты, я штаны старые свои обрежу. Это что такое? Ну вот эта кофточка мне, конечно, нравится. Она красивая.
Она очень красивая. Ну вот эта вот кофточка мне тоже очень нравится. По-моему, она симпатичная. Сиськи не выпадают. Но что-то не то. Как вам эта кофточка? Мне она очень нравится. Прям вот это прям мое. Мне она очень-очень нравится. Ну, конечно, не с этими штанами, но что-то придумать можно. И как всегда. Как вам эта кофточка? Мне она очень нравится. Прям вот это прям мое. Мне она очень-очень нравится. Ну, конечно, не с этими штанами, но что-то придумать можно. И как всегда, вещь, которая мне реально очень понравилась и которая мне идет, это, ну, мужская рубашка. Блин, ну все. Вот мужскую рубашку 100% беру. Вот это, ну, не знаю, просто не люблю, знаете, эту штуку, когда ты, типа, поешь в ресторане, и футболка не прикрывает твой живот, и пойдёшь все время втягивать живот. Ага. Чёрт, что за день. Юра, бежи. Не знаю, просто не люблю, знаете, эту штуку, когда ты, типа, поешь в ресторане, и футболка не прикрывает твой живот, и пойдёшь все время втягивать живот. Ага. Чёрт, что за день. Юра бежит в тюрьму. Не знаю, просто не люблю, знаете, эту штуку, когда ты, типа, поешь в ресторане, и футболка не прикрывает твой живот, и пойдёшь все время втягивать живот. Ага. Чёрт, что за день. Юра бежит в теремок. Юра в теремок бежит. Посмотрите, с какой скоростью. Я закрою, Катя. Он боится, что теремок закроется, бедненький. Вот я теремка. Пришел. Наконец-то. Ура! Сейчас покажу, что заказали. Вот я теремка. Пришел. Наконец-то. Доброе утро. Меня до сих пор продолжают спрашивать, почему я не добавляю в омлет сливки или молоко, и почему он получается такой красивый. Сейчас я покажу, как делаю. Это очень просто. На одну порцию обычно разбиваю 2 яйца. Обязательно нужно... Включаем огонь. Ставим сковороду. Растапливаем сливочное масло, но так, чтобы оно не начало гореть. То есть оно просто должно раствориться. Когда масло растворилось, выливаем нашу яичную смесь. И почти сразу начинаем делать вот так. Я сворачиваю омлет вот таким образом. Внутри он получается очень нежный. Сейчас я чуть-чуть его подержу на огне, чтобы он прожарился. И буду выкладывать. Все. И на наш способ мышления. Я думала, это бумеранг. Очень сильно захотелось сделать арисовую лапшу. Поэтому я тут нарезала шампиньоны, куриную грудку и морковь. У меня только такие овощи были дома. И сейчас я обжариваю чеснок слегка. И буду быстро обжаривать остальные ингредиенты, чтобы они оставались хрустящими, особенно овощи. А сюда я сейчас засыплю рисовую лапшу. Первым делом я всегда обжариваю что-то мясное, потому что это должно прожариться хорошо. Тут у меня куриное филе, нарезанное мелко-мелко.
Посмотрите, какая румяная курочка. Сейчас я к ней добавила морковь и шампиньоны. И также обжариваю на сильном-сильном огне. Можете сами всегда регулировать, сколько вы добавляете жидкости. Вот смотрите, у меня вот у вас побольше. И у меня такая лапша чуть-чуть в бульоне. Я еще добавила кокосовое молоко. Мне захотелось вот так сделать. Это не тебе. У тебя есть своя еда. Let's go cream. Это не тебе. У тебя есть своя еда. Let's go. Это не тебе. У тебя есть своя еда. Let's go cream puffs. Boil water, milk and butter. Add some salt, whisk in the flour and continue to whisk rapidly until it thickens. Приготовим профитроли. Смешиваем воду. Сейчас я вам буду показывать шоколадку, которую я использовала для соуса для профитролей. Вот такую. Я ее покупала в Спаре. Увидела, что написано «бельгийский молочный шоколад», и это меня привлекло. Действительно очень классно, очень нежно. 150 рублей стоило. Нельзя на кровати есть. Я вижу. Зачем ты спрятала под себя это? Груша. Я вижу косточку. Нет, Bluetooth включён уже. Вот, да, вот эти колонки. Давай включим. А что ты хочешь? Вопреки. Меладзе? Да, Настя просто вопреки. Каждый. Она и непонятна, где она.
посмотрите, что у нас тут творится. Сколько ласточек. Сижу, пью кофе, настраиваюсь на сегодняшний день, на готовку. Собрала виноградные листья. У нас есть сорт винограда Кишмиш. И листочки у него, ну, очень ароматные, тоненькие, нежные. Толма получается очень вкусная. Листочки я обычно замораживаю. Готовим кабачковые оладьи. Натереть на крупной терке, добавить соль, перемешать и выложить на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. К нарубленной зелени и измельченному чесноку добавляем яйца, перемешиваем. Кабачки можно также отжать руками. Все соединяем, добавляем черный перец, перемешиваем и добавляем частями муку. Должно получиться густоватое тесто. На раскаленной сковороде на среднем огне обжариваем оладушки. Оладушки обжариваются быстро, получается очень вкусно. Обязательно попробуйте. Рецепт очень простой. Я подавала с соусом. В сметану добавила немного зелени, чуть-чуть чеснока, соль и огурец, натертый на крупной терке. Очень вкусно. Готовим кабачковые оладьи. Натереть на крупной терке, добавить соль, перемешать и выложить на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. К нарубленной зелени и измельченному чесноку добавляем яйца, перемешиваем. Кабачки можно также отжать руками. Все соединяем, добавляем черный перец, перемешиваем и добавляем частями муку. Должно получиться густоватое тесто. На раскаленной сковороде на среднем огне обжариваем оладушки. Я вчера готовила конфеты. Помните, да, я вам говорила, что будут очень вкусные конфеты без желатина. Но в итоге у меня не получился десерт. Я очень расстроена, очень жаль. То есть он не застыл. А должно было получиться очень вкусный желейный десерт. Вы видите, просто как крем получился, заварной крем. Семечки. Это будет самая полезная каша. Для тех, кто не ест молочку, отлично подходит кокосовое молоко. Бон аппетит! Мне это нужно, потому что хочу выглядеть не только сейчас хорошо, но и через 10, 20, 30 лет. Хочу, чтобы было больше энергии, здоровья. А теперь, пожалуй, главный вопрос, который меня тревожит с самого утра. Какие рецепты публиковать в блог? Какие рецепты снимать? То, что я сейчас ем, просто полезные рецепты или рецепты для... Хорошо, просто первая сессия с психологом. Очень вкусные получились котлетки сделать нутовые. Ну, наконец, теплые летние вечера в любимом месте. Смотрите, как здорово. Я тут всю осень работала. Сын был вон там на детской площадке, а я тут кофеи гоняла, если кто помнит, как это все выглядит.
У меня тут вечные были сторис отсюда с капучино. Я прям как в воду глядела, что винишка не будет. Ну ладно, будет безалкогольный мохито. Тоже годится. Почти бирюза. Я прям как в воду глядела, что винишка не будет. Вкусные получилось котлетки сделать нутовые. Надо будет снять тебе рецепт. Многие думают, что отказаться от сахара – это перейти на сахарозаменитель. Но это в корне неправильно. Так ты не отказываешься от сахара, а только усиливаешь голод к нему и совершенно не помогаешь своему организму. Из всего перечисленного в этом сообщении самое... безопасное для нашего тела, что лучше всего усваивается, и максимальная польза – это, конечно, фрукты. Даже самые сладкие фрукты лучше усвоятся, чем, например, мед или сироп. Или сироп топинамбур. Но сироп топинамбур или мед лучше, чем обычный рафинированный сахар. Выпекаю себе хлебушек на завтра. А еще по вечерам всегда пью травки. Такой мешочек завариваю. Тут разные шалфей, ромашка, мята, ли. Давайте посмотрим внимательно сюда. Слюнички текут, а скажите. Домашняя квашеная капуста. Вот этими ручками заквашенная, кстати. Вот этими мозолями. Свежий зеленый лучок. Порезанная, потертая, натертая редисочка. Ой, господи. Сверху вот это, видите? О, перец. Это перец из мельницы только что. И все это дело добротно заправлено вот таким льняным маслицем, просто божественным. Ох, сейчас с соленкой, еще и с хумусом. О-о-о-о. С хумусом все это дело употребим. Ой, друзья мои, отличный денечек, надеюсь, у вас. И вот что я вам хотел сказать. Сегодня, после перерыва определенного, некоторого, случившегося в практике йоги, Аленка настоящая, что Олежка, давай уже. Знаете, бывает такое, да, надо, йога, это классно. А когда вот приходит время делать, ты прокрастинируешь, что-нибудь съезжаешь, там еще, да что-то сейчас, да блин, этот ковер расстилать. Вот, и сегодня мы сделали практику невероятную, просто космическую. И физически кайф, особенно долго не делаешь, да, ты вроде и деревенеешь, но зато вот эти застойные зажатости после перерыва, когда чуть-чуть там разминаешь промежность, то прямо очень приятно, я вам хочу сказать, реально приятно. И, конечно, психологически, духовно, прям сразу кайф. Занимайтесь йогой. Друзья мои, я прервал трапезу только что.
Это, короче, вообще очень вкусно, просто жесть. Я вот сейчас ем, и знаете, когда ты ешь, и такой... как с каждым куском, с каждой ложкой все вкуснее и вкуснее. Просто делайте, делайте своими руками такие ништяки. И хумус вот этот, я вам отвечаю, вот я знаю, смотрят зрители из Израиля, и я готов поспорить, что Аленкин хумус не уступает кошерному хумусу из Израиля. Вот так вот, все. Вот так я утверждаю. А здесь у нас, как вы думаете, что это, а? Это чечеревица. Чечеревица. А это нутелла. Ну потом нутелла, сначала нут. Доброе утро, дорогие мои, любимые. Я иду сейчас по улочке, просто шикарное настроение, состояние тоже отличное. Вот эта штучка, как обычно, маячит. Ой, разогрелся уже так хорошо, знаете, оделся перед выходом легко, очень легко. И прикольно, когда тебя холод немножечко так подгоняет, ты начинаешь быстрее топить булочками, да, чтобы разогреть тело. Свежесть, кайфец, вот такое небо. Отлично всем настроение, субботки, прекрасный просто. И давайте сегодня подвигаемся немножко, а? Как угодно подвигаемся. Зарядочку сейчас встанем, сделаем, потом прогуляемся куда-то сходим. Тренировочку легкую проведем, да, что-нибудь сделаем. Я ангел. Ангел. Доброго еще раз, доброго всем утра. Слушайте, так круто. Вчера вот сделал после перерыва йогу, прозрел, просто кайфанул. Собрался, стал цельным, как хотите это называйте. А сегодня после тоже перерывчика, вот ранний утренний променад, проход бодренький, вот с такими вот видами. И это тоже невероятно, просто зрелище. Я хочу вам сейчас сказать, просто заклинаю вас, просто, вот так вот, опа, делайте это, делайте, практикуйте, двигайтесь, как я сказал в крайнем эфире, как будто лечу сейчас, смотрите, что я сказал в последнем эфире, движение это базовая потребность, воздух, вода, еда и движение, причем движение, оно... Вот если разобрать, является центрообразующим для первых трех. И поэтому двигайтесь, двигайтесь. Вот я сейчас, я вообще постоянно переоткрываю темы, которые практикую, которые открываю. И сегодня, и вчера вот это снова было. То есть вчера я открыл снова для себя йогу, и сегодня я снова открыл для себя рано утром ходьбу, движение. Ну... У меня просто слов нету. Просто нету слов, друзья мои. Вот я счастлив. Сейчас я просто счастлив. Вот абсолютно все. Кто скажет, что означает сейчас эта музыка? Почему она заиграла, а? Попахивает табата приседом, не кажется ли вам? Что у нас будет на завтрак после такой активности? Это пшено, ферментированное ржаной закваской. И сейчас мы сюда добавим кокосового урбеча и фиников. И это нечто. Знаете, интересная очень тема, что пшено, после того, как ферментируется хлебной ржаной закваской, оно становится... Ну, то есть вот жидкость вокруг, она становится как гель. Вот реально как будто гель. Вот его тут плохо видно. Но реально ощущение такое, и на ощупь, ну-ка, о, видите? Просто вообще. То есть получается, мы покормили уважаемую хлебную ржаную закваску пшеном,
Они покушали тут, покакали, пописили, и теперь вот это все с удовольствием, полупереваренное уже, мы с Аленочкой в наши животики и вот так вот загелим. Опа! В общем, творческий процесс идет полный дело за. А да, кстати, больше такого стафа в другом инстике, ссылка в био. Remember this crossroads. Рубрику Morning Black. Я проснулся в 9 утра, но целый час держал вас в неведении, чтобы вы не знали, что я проснулся. Ну, типа, я решил вас немного наебать. Я собираюсь сегодня ехать в Зару. Пожалуйста, можете никто из вас не идти туда и не создавать очередь? Умоляю. Товарищи, это рубрика Morning Black. У меня сегодня белесо-красное настроение. У вас крайне непривычный салон теперь коричневый.
Ой, для вас. Но тем не менее, кто ностальгирует по клюквенному лайнеру, время выпить водки и полирнуть селедкой, а также помянуть лихом. Я проснулся сегодня в 9 утра, сам от себя охуел, если честно, и понял, что это посыл свыше для того, чтобы я переделал все свои возможные дела. А именно, записался к косметологу, сделал ногти и на волосы. Ну, как-то так. Вчера мы делали брови. Господи, еще не день-то бьют. Ты этот делал? Нет, забор то отделала другая сторона. Как раз российская сторона. Красивый забор. Да, забор. Ну что, товарищи, такой вот у меня морем Билайк, круассан с печеными овощами и бенедикт с лососом. Морем Билайк. Друзья, товарищи, граждане, начинаем с вами процедуру. Сейчас сделаем счастье для волос. Я не понимаю, на чем я буду делать, на Балмане или нет. Походу, да. На нем я еще не делал. А потом приступим к ноготочкам. Вопрос на миллион. Значит, Global Keratin я пробовал, мне он средняя. Что, как вы думаете, что взять? Балман, Джеймс Рид, Арбе или же... А где еще-то у нас Authentic. Один? А, Authentic Beauty. Мисс Караваева. Мисс Караваева? Мисс Караваева? Да. А что так воняет от вас? Это потому что мы вонючки. Ки мои, ну что, я все играю в девственницу, сегодня немножечко нюде. Нюде! Такое ощущение, как будто бы, знаете, ногти слезли, осталось только мясо. Но мне нравится, приятно, да? Не помню, что за цвет, кто пойдет. Ой, это цыганское кольцо сюда больше не идет. Ну, короче, кто пойдет, спросите, что за цвет. Ну что, девочки мои, тут кто-то поднасрал, аж глаза слезятся. Мы наконец-таки приехали на гидрофейшн. Ура! Теперь я буду делать его каждую неделю. Господи, так кто-то поднасрал, говорить не могу. Буду дышать ртом, чтобы только не носом, знаете? Друзья, я вновь в нашем кабинете. Мой любимый гидрофейшл, который я рекомендую делать всем. Я делаю не полного спектра без пилинга. А у кого там какие-то постакне, советую делать с пилингом. Уже на протяжении скольки лет трех я делаю. И трех или четырех, короче. Самый душный голос, который я слышал в своей жизни. Возьмите сдачу. Возьмите сдачу. Господи, ты чё там, блядь, обосралась? Ой, ну чё. Спасибо, малыш. Да что пьем? Где-то посредине лета ты осталась навсегда. Где-то. Чтобы избавиться от тяги к алкоголю, перед застольем измельчите в порошок 12 листьев лавра благородного и 6 звездочек гвоздики. Ложку полученного порошка залейте кипятком и, остудив, примите 3 капли незадолго до застолья. Со словами: «Ко мне ни с росой, ни с виноградом, у меня от алкоголя преграда». Сегодня я буду кутить весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Детка, ты мой кайф, ты мой кайф, ты мой... Детка, ты мой кайф, ты мой кайф. Мои мальчики, зайчики и девочки-припевочки, на нашем телепроекте новый участник. Представьтесь, как вас, блядь, зовут? Я все-таки не понимаю, вот видите, как бы непонятно, он то ли здесь, то ли он за тонким стеклом. Как это понять? У него такие усы, вы видите? Господи, я сейчас сойду с ума. Ой, нет, он все-таки за стеклом.
И там шальная императрица в объятиях юных кавалеров забывает обо всем, как будто вечно ночь будет длиться. Блять, ну просто Франция. Ну просто Франция, понимаете? Что за чудо-городок у нас? Что за чудо дивное? Короче. Короче. Да какая ты королева? Я каждый день так говорю, и хули, меня никто на дороге не пропускает. Всем похуй, девочка моя. Короче, знаете что, «Игра престолов» мне все никак не заходит. Извините, ребята, фанаты, но это вообще не мое. Боже, сегодня лифт для богатых. Спасибо, почтенный, что не заставили себя чувствовать этой ломовой лошадью. Бедных я называю, знаете, вот этот вот узенький такой. Едешь в нем чисто вот как килька в банке, а здесь прямо простор, словно первый класс только для себя снял. Ёбаный свет, ребята, давайте посмотрим Луну. Просто дико извиняюсь, пойдемте поближе. Я так и надеюсь, меня не изнасилуют. Слушайте, ну я сегодня, в принципе, позвонил в службу насилия, сказал, чтобы меня не трогали, я не очень. Что вы? Ёбаный свет, ребята, давайте посмотрим Луну. Просто дико извиняюсь, пойдемте поближе. Я так и надеюсь, меня не изнасилуют. Слушайте, ну я сегодня, в принципе, позвонил в службу насилия, сказал, чтобы меня не трогали, я не очень. Ну, что вы? Ой, какая красота. Я не могу. Боже мой. Не, ну вот так вот глаза закрыть, да? Послушайте. Ну как будто бы на Черном море отдыхаем. Да? Сейчас бы сюда шезлонгов, там шашлыков, вот этих вот орущих кукурузя, она ща. Ну вы поняли. Так что это у нас такое? Ягодный вечер, блядь, добрый вечер. Так хочется кушать. Решил поиграть немножечко, знаете, в хелси вегетарианку. Хочется каких-то борщей, харчей, но нет. Съем ягод, они же менее калорийные. Ну да. Помыл, давайте пробовать. Так. Так, значит, попробовали вот это. Голубика или что это за ебень? Малину. Ну, на вкус, честно, на вкус как здоровье, знаете? А мы и брали на мобильную сторону, пускали петли в мой, разбуди меня шагом тихо, пока недалеко я. Ау, это мужской мужчина, правда? Мужской мужчина.
солнышко мое, вставай.
Stop. 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 Понимаешь? Ага. Вот. Ага. Очень тяжело, очень, да. Очень тяжело там, ну, СУС подтвердит. Я знаю. Вот. Прежде всего, никогда не произносится фраза «я не пью». Мне предложили аперитив, да, приятно. Аперитив – это знак внимания, это жест гостеприимства. Поэтому никогда не пью. О, мне нельзя, я за рулем. Небольшой бокал шампанского, небольшой флюр шампанского всегда уместен. Прежде всего, никогда не произносится фраза «я не пью». Кэшман.